Привет-привет всем! Привет! Ермачук! Климушка! Привет! Вот, сейчас привет. Выходные. Где я нашел? Едем мы с Изабелькой, да с детками, в гости. Вот выходные, надо тоже отдыхать немножко. Потом Ермачук увидишь, Изабель лежит. Вот, так что поедем немножко отдохнем. У нас опять все тает. Вчера было очень холодно, по-моему, даже минус 20. Ну, прям ужасно был мороз такой. Мы с Изабелькой дошли. Сегодня на балконе все мокро там. Вода бежит. Непонятно, тает или не тает, или завтра опять подморозит. Вот так что. Едем в гости, немножко надо расслабиться. Тоже отдохнуть. Я с утра встала, приготовила тортик, а то как-то с пустыми руками ехать неудобно. Вот так что едем. Вот приехали мы. Сейчас скоро будем садиться. Хотела вам показать вот эти цветы обалденные. Вот и вазочку я сюда поставила. Ой, вазу, которую мы в этом, да, покупали. Ну, она как-то, правда, заставлена, но ничего. Вот тетя Таня, тут вот салатики уже. О, новая кофемашина у них тут стоит. Всем попробуем кофе? Конечно. Вот. Он и это. Ах, новая этот микровелли. Зеркальная, я такой хотела зеркальную. Ну, классная. Ой, куч, куч, куч. Так, я хотела показать. Мама обязательно будет смотреть это видео. Хотела вот показать для нее. Мамочка, смотри, как смотрятся шторки. Вот, прям классно. С камеры немножко попривыкли. Вот так вот смотрятся шторки. Я думаю, что очень красиво. Вот еще тут еще цветы, на окнах цветы. Еще здесь цветы. Ну и вон рыбки. Сейчас деткам тортик отрезаем. Красота какая. Покажем, как он в разрезе. Подожди, у меня получается. Ах, лопаточку надо. А лопаточку я родителям отдавала. Ну, вот. Вот такой в разрезе, Оля. Показываю. Вот такой вот. Крем классный. Сейчас посмотрим. Вкусный, невкусный, что дети скажут. Вкусный. Сейчас еще вот такой вот. Нет, не будет. Не будет. Сейчас еще вот такой тортик отрежем, нету. Тоже классно. Никого там нет, ну, не будет. Так что. Вот так вот. Сейчас тоже это тоже. Да. Кого ты боишься, Ермачок? Сейчас мама тебе сама сейчас снимет. И это. Денис, ты торт будешь? О, смотрите, еще это, да? Белорозовый. Классно. А в прошлый раз у нас был этот белый шоколадом, да? Саш тоже в этот раз шоколадом купил. Надо тоже дома потом забацать. На было холодильник, а я его наоборот вытащила. Ну ладно. Вот, смотрите, как классно кофемашина. Регенере придется сделать себе кофе с молоком. Потому что я пью без молока. Ну.